А можно на рафтинге спускаться? На рафтинге? Давай тащи это круг. Вот вся эта река спускается. Мимо детской площадки. Дальше растекаются просто. Самое интересное, что дорогу делали буквально на той неделе. Приезжала техника, здесь сыпали асфальт, стебень там, не знаю, крошку, вот видно, что крошка здесь. И как мы видим, ее уже вот смотрите, разминули. Здесь, видимо, люди сами укладывали уже какое-то направление, жидкое давали. А самое-то интересное, вот почему-то именно вот в этом месте сделан отвод воды. Потому что если мы идем дальше, то видно, да, что опять пошел желоб. Вот, опять есть куда взять. Это вот он стал снова. Здесь тоже, мне кажется, живет сейчас. Вода стоит все равно около домов. Ищет себе еще русло. С этого места как раз хочется передать привет Алексею, Панавалке. А Пятихаткам, наверное, тоже от нас проблема идет к вам. В последнее время стала любить смотреть, куда у нас уходит вода. И так далее, да, и что происходит? В принципе, у нас образуется уже здесь болото, ну, или новый лиман села Супсех, потому что вся вода, которая с огромным потоком идет, она идет в поля. Это поле, вот уже, вон, видите, одни вороны. Соответственно, что будет здесь у нас? Это будут мыши, это будут змеи, это жутко. Вот видит нас женщина с ребенком, сейчас делают дамбу. Ребят, я думаю, что стоит помочь улице Комарова. И вот кто желающие есть мужчины, которые могут, кто готов откликнуться, космонавта Комарова, какой тут 6, можно будет подъехать и помочь этим людям. Ребят, ну на самом деле нужна помощь. Сейчас вода заходит вот с другого участка. Здесь уже жители сами прорыли арык. Сегодня самый ливень, они здесь вот рыли как раз арык. И вот мы видим, что вот здесь вот уже проблемы такой нету, потому что все. Но вода, видите, наполнена, ей выходить где-то надо. И вот она пошла на участок туда. Видим уже. У нас пиздец. Не то слово какой. Так, вот мы на Комарова 15А. Видно, что вот уже люди пытаются как-то спастись от воды. Потому что понимаю, что снова обещают дожди, нужно с ними справляться как-то. И приходится какие-то делать самостоятельно баррикады. Вся вода в дорогу шла, затопила скважину. Скважина вся затоплена, да? Вон у соседа септик полный тоже воды. И вот она начинается. От огорода вода. И вот такое озеро тут стоит. И подвалы, постоянно в подвале поступает вода. На футбольном поле бугров нарыли, там насыпи сделали. И вот она теперь тут собирается. Тут воды по пояс где-то. Пройти здесь даже... В забродах, наверное, не пройдешь. Детский сад Ромашков, поток. Студентский поток. С детьми здесь никак не пройти. Все, вот вода все льется, идет сверху. Водоотведение абсолютно по уму.
Итак, у нас только усиление дождя прогнозируют, люди уже утонули. Ребятки, делайте репост. Обратились в администрацию, они сказали, что все работают на расчистке русла реки в Суко. Вам не можем помочь. Вот так вот.